У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма. Он отторгает процедуры. Начинай откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Ага. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. А Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Так же реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем.
Загружаю программу обучения. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, мой важен результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Это ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо, кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Эль-Таир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Аль-Таир, ты вернулся. Рауф, рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Аль-Таир. И тебе также. Аль-Таир. Повелитель. Подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров. Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер выкинул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив...
Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Мосиаф! Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Встань на эту платформу, Альтаир. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Моя нога! Моя нога! Тихо, тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок.
Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альт-Альтаир. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди! Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия для масс. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать?
Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Это было глупо. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? 1. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнала о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самые важные в его жизни. Он будет занят своей работой.
Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? А! Да я только начал. Нет, нет! А! Ой! А! Ай! Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. А, Альтаир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнье де Наплуза. Гроссмейстера рыцарей госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя.
Очисти этот город, и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну-ну, все будет хорошо. Нет. Дай мне Нет. твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души! Я видел! Я видел! Но не мою! Нет! Мою ты не получишь! А! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно, и я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных! Ты не удержишь меня здесь! Я снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили. Вытащили против их воли. Да. Но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но обожжется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Есть новости, Альтаир? Гарнеда на плюс мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существуют растения, Альтаир, травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствия. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас.
и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу, Ту. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Меня не уйдешь. Это научит тебя не вмешиваться. Не надо копаться, прикончите его. Убейте его. Уберите его от меня! Расскажи, что ты задумал? Я выполнил свою задачу.
братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Ну, увидишь. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Вильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. И будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Добро пожаловать! Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей.
Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность Святой Земли, говорите вы, отпор нашим врагам. Но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость – эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значат они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. Подойди, Альтаир. Поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает. Хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать. Задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну, а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение.
Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. Три тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это недоверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь. Хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Да, господин. Все остальные со мной. Закрыть ворота! Я должен был догадаться. Я вытащу тебя! Отдыхай. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард, он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет? Но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь.
Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаке. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот еще! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Веди нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права! Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению! Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других! Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего!
Твоим злодеянием конец. Нет, я же только начал. Скажи мне, какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твоей веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть. Такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать, правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров, частицы Эдема. Но она в наших руках, а без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их, Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные – правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан, идеальных воинов, идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый – это Сибрант из Акра. Второй – Джубаир из Дамаска. Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Робер де Сабле без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Да, 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 да
Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав, и поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. Как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мира и покоя тебе, Альтаир. Убейте Азнеев! Ты не убьешь меня! Слышишь? Не убьешь! Стража, остановите! Пожалуйста, не делай этого. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности, в руках своего бога. Мои братья ничему тебя не научили. Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь — это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец.
от тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть, контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Подойди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабле отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частицы Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает. О мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робер и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом. С такой стороны. Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли — яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить. Отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не посланием? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. Аминь. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Аминь. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его! Подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Имя войны, имя Мажд-ад-Дина! Остановитесь! Beni yenemeyecek. Beni gözüm kapalı bile yener. Kovalayın! Ye! Kovalayın! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya!
Здесь ты умрешь! Атман пойдет, Атман! Кальдурая! Кальдурая! Ты заплатишь за это! Атман пойдет, Атман! Нет, неверному! Я! Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А? Ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель – Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салах-ад-Дину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла, и он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения Повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант?
Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарньеды на плюс. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибранд. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть! Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин! Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его – да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной.
Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей. И я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить.
Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь? Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Аль-Таир, сюда! Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Рапер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Аль-Таир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо, но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Здесь столько невиновных. Нельзя причинять им вред. О-о-о! Что это? О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Аль-Таир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Сразись со мной, или боишься? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы от моей руки. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться?
Взгляни, каким могуществом я управляю. Есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело, но... это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... иллюзии! И только они! Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты
Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь ее! Уничтожь, как я и сказал! Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. Готово! Чёрт, что это было? Ну? Карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Что за черт? О, боже! Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит?